Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И веду ее сегодня я, Гульнара Сиддикова. И мой собеседник сегодня – глава администрации сельского поселения Кармановский сельсовет Ильдар Султанов. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о себе, о своей трудовой деятельности. Окончил я, значит, Башкирский государственный аграрный университет в 2012 году, механический факультет. Далее трудовая деятельность у меня началась в тепличном комбинате. Сейчас она называется тепличный комбинат Янаульский. В то время еще дирекция по строительству тепличного комбината Нефтекамске она была. С 2012 года, там я работал, значит, с 2012 года инженер-механиком и далее главный инженер. И уже в мае 2016 года был избран главой сельского поселения Кармановский сельсовет. Что касается про наше сельское поселение Кармановский сельсовет. В сельское поселение Кармановский сельсовет входит 3 населенных пункта у нас. Село Карманово, село Кумово и деревня станция Карманово. Само Карманово, она находится посередине, так скажем, она между Янаулом и Нефтекамском, граничит с сельским поселением Кисакаинский сельсовет, с городом Нефтекамском, то есть это село Энергетик, и с населенными пунктами Краснокамского района. Сельское поселение Кармановский сельсовет у нас в Янаульском районе самый крупный. Именно село Карманово тоже свыше всегда вот есть в данный момент разные программы, где у нас мы по данным критериям вот как раз-таки попадаем в любую, ну, так скажем, программу, потому что население у нас свыше 1000 человек. Это та же городская среда, вот родная улица была, но далее я еще об этом отдельно пройдусь, расскажу. В селе Карманово только у нас проживает 1400, ну, практически 1400 человек. Хотелось бы также рассказать именно о проделанных работах за тот период, так скажем, моей работы, ну, в течение 3 лет, так скажем. Было практически полностью газифицированы все улицы села Карманово. Эта газификация проходила у нас поэтапно. Два раза выходили на, так скажем, ну, две разные программы, ну, по устойчивому развитию сельских территорий. Также были проделаны, ну, еще это до меня, конечно, ну, была проделана работа по капитальному ремонту сельского клуба села Карманово. В 2017 году также был запущен новый модульный ФАП, кстати, первый в Янаульском районе, ну, одни из первых мы как бы этот ФАП получили по линии Министерства здравоохранения. Модульный ФАП, сейчас он хорошо работает, но такой компактный. В сельском поселении у нас работает школа МБОС в селе Карманово, где на сегодняшний день обучается, ну, 176 человек обучающихся. Также школа у нас очень сильная. Постоянно, то есть мы вместе любую работу, какие-то мероприятия постоянно со школой, в принципе, вместе проделываем. Отдельно хочется тоже благодарность объявить вот руководителю и школы, также их коллективу. Постоянно вместе работаем. Что касается нас клубов, клубы тоже, клуб у нас есть в селе Карманово, также филиал в Кумово тоже также есть. Ну, все мероприятия тоже мы с Карманово тоже, то есть с клубом проводим. Хотелось бы сказать, что в селе Карманово создан также ансамбль, есть свои певцы. Ну, это вот жители нашего села Карманово, ну, с 45 до 60 лет приблизительно. Свой ансамбль. Также постоянно во всех мероприятиях нашем, внутри нашего сельского поселения, они постоянно участвуют. Огромное им спасибо. Тоже хорошо работают. Медицина у нас также, как я уже сказал, был построен новый ФАП в селе Карманово. Также работают. Также есть у нас в селе Кумово фельдшерский пункт. Тоже вот сейчас
пришла новая медсестра. О проделанных работах вот хотелось бы также остановиться, вот именно что было проделано вообще даже в текущем году. В 2019, в текущем году у нас заработал долгожданный наш проект. Это водоснабжение села Карманово. Общей протяженностью 38 километров прокладывают трубопровод. Также общая сумма у нас получается на, ну, порядка 80 миллионов. Там в процессе торгов на 78 миллионов напустилось. Подрядчиками является ООО «Партнер Техсервис», это Кушнаренковский район. Заказчиком является УКС Республики Башкортостан. Много, конечно, инцидентов, много проблем возникло после также нашего строительства, вот этого водоснабжения. Ввиду того, что у нас и в этом году погода была очень тяжелой, постоянно дожди, и, в принципе, подрядчиков тоже можно понять, то, что им нужно работать, а погода на... с погодой не поспоришь, в любом случае нужно работать. И они, хоть и, конечно, медленно шли, есть, ну, медленно шли, так как дожди были, и после них, конечно, проблемы были у нас с дорогами. Во многих местах, во многих улицах, я сейчас конкретно уж не буду называть, какие улицы, там у нас возникли проблемы и много, на самом деле, возмущение населения было. И, в принципе, их, их возмущение и наше возмущение мы передавали также партнер техсервису, то есть подрядчикам, в принципе, и писали претензионные письма. Хоть и мы, конечно, понимаем то, что им было тяжело работать. Но где-то мы, вообще, где было очень плохо, в какой-то степени проделали работу. Хоть и не до конца, конечно, мы на следующий год его все равно запланируем. Но хотелось бы довести все-таки до населения, до наших односельчан, то, что все-таки нужно их тоже понимать. Было тяжело им работать и понять то, что все-таки, если даже там ухудшилось, мы в дальнейшем, в любом случае, его устраним. Пишем также письма, что стараемся как-то от них тоже как-то что-то, от них тоже поддержка была, что, ну, приобретение каких-то материалов, чтобы они там нам тоже восстановили. Просто что проблема в том, что в смете не было указано, вообще не то, что указано, а госэкспертизой было вычеркнуто вот именно восстановление дорожного полотна, то есть материал в смету не заложен практически в конце концов. Поэтому приходится с общими усилиями как-то все это вытягивать. Ну, они нам, в принципе, и с техникой, и со всеми помогают, потому что все-таки после них эта работа, то есть проблемы возникли. В настоящее время примерно вот какой объем необходимо еще привести дорог в надлежащее состояние? Ну, в совсем плохом состоянии, вот так скажем, после них, после именно подрядчиков, это большое количество, ну, 4 улицы где-то вот получается, протяженностью где-то, ну, 2 километра, приблизительно так, совсем плохо. Поэтому мы как-то уж на следующий год ее точно запланируем. У нас в любом случае будем проводить текущие ремонты, чтобы все-таки там так не останется. Но в любом случае вот сейчас по практике я вот изучаю, так скажем, с другими населенными пунктами, с другими сельскими поселениями разговариваю, что, ну, после проведения вот этих работ во многих местах тоже, ну, с других районов тоже, и вот проводили, так скажем, водопровод, тоже такая же ситуация была, возникала, то есть дороги очень сильно ухудшались. Вообще, как ситуация? Ну, говорит, год проходит, она все равно усадку дает, там уже все равно улучшается, плюс, тем более, ремонт проводим, и буквально через год уже там как будто ничего и не было, то есть оно все равно, то есть хочу сказать, что здесь нужно время. То есть вы примерно рассчитываете, что в течение следующего года вы полностью сможете... Полностью я не скажу, опять-таки бюджет он небольшой, максимально, где начнем с проблемных, так скажем, где проблемно, мы будем устранять его на следующий год. А в бюджет поселения бюджет... заложили? Дорожный фонд на следующий год нам дает, дорожный фонд. Да, текущий, ну, именно вот на текущий ремонт мы уже планируем, сколько, куда, какие улицы будем делать. При этом все работы именно с водоснабжением завершены? Работы с водоснабжением еще не завершены. Практически половина только еще сделана.
на следующий год они, наверное, уж выходят, потому что они физически просто до конца года точно не успеют. Пока работы ведутся, жители испытывали какие-то трудности с водой, с тем, что поступала она или не было? Никаких... Нет, у нас пока эта вода не запущена, она же пока в процессе. То, что у нас существующий водопровод есть, это на 5-6 улицах. Они, у них пока стабильно, то есть как идет, так и идет, то есть мы их вообще не затрагиваем. Пока идет просто монтаж, строительство именно трубопровода, пока он не запущен, поэтому именно с водоснабжением, к водоснабжению он не касается, так скажем, то есть проблемы с этим нет. Чисто проблема у нас здесь с покрытием дороги, так скажем, основная, вот, основная проблема после вот именно строительства этого водоснабжения. А вот если говорить в целом о селе Карманово, завершится ремонт водоснабжения, этот проект, есть еще что-то масштабное или вот основные какие-то уже завершены работы в целом по селу? Ну, по селу масштабные в этом году вот хотелось бы также озвучить, но кроме водоснабжения, в этом году мы также попали в программу «Родная улица». Кстати, родная улица, опять-таки, одна из... То есть там были критерии, также в эти критерии входят населенные пункты свыше 1000 человек. Село Карманово попали в эту программу «Родная улица». По данной программе мы отработали, значит, проложили асфальт по центральной улице села Карманово. Это улица Калинина протяженностью 1,6 километра, 1600 метров на общую сумму 10 миллионов. Подрядчиками были ООО «Башкиравтодор» ДРСУ. Данная работа тоже завершена. И, в принципе, тоже проработали очень хорошо. С откосами, с обкосами, то есть там имеется в виду, были съезды тоже, обочины проработали тоже с щебенением. После у нас просто были проблемы, также уж я уж коснусь водопровода, потому что частично у нас асфальт тоже старый, ну, то есть вот именно пришлось затронуть по центральной улице, поэтому эта улица, эта дорога именно по улице Калинина уже вот реально нуждалась в ремонте, и здесь как раз-таки под эту программу мы... Раз это, в эту программу попали, мы поторопили по данной улице быстрее, чтобы провели они уже строительство водопровода, и далее уже начали именно асфальтирование. Также хотелось бы озвучить по поводу городской среды, благоустройства общественных территорий. Также в эти критерии, так скажем, населенные пункты свыше 1000 человек, мы попадали в эту программу. С 2018 года на программу у нас заработала. В 2018 году у нас было приобретение, установка сцены на территории Сабантуе, зоны отдыха. И в текущем году была проведена работа по установке, так скажем, беговой дорожки с асфальтированием, футбольной площадки, волейбольной площадки, также освещение. Общая сумма, значит, в текущем году у нас была 750 тысяч, а в том году 500 тысяч рублей. Это тоже те суммы, которые вот... Мы его делали поэтапно, разделили вот на 17, на 18 и на 19. Изначально мы проводили общественную комиссию. Именно комиссия выбрала именно вот этот проект. Мы вот как бы там было два проекта. Один из них как раз-таки нам выбрали вот именно благоустройство вот этой территории. Она так и называется, благоустройство территории проведения Сабантуе, зоны отдыха. Изначально сцена, но поэтапно разделили сцены, потом уже вот эти вот, так скажем, спортивные площадки. Население это само выбрало, это не только от нас исходит. По сути, по условиям программы оно так и есть. То есть мы собираем общественную комиссию, и общественная комиссия выбирает уже, что делать. Мы уже на следующий год провели общественную комиссию. То есть мы провели ее в октябре. Что будем делать, то есть в 2020 году? Ну, комиссия выбрала именно
реконструкция и обустройство памятника погибшим Великой Отечественной войны. То есть он тоже требует уже внимания. Оно было сделано, ну, уже сейчас там и высокорослые деревья все вырубить надо, и также памятник, он уже устарел. Поэтому хотелось бы его обустроить как-то хорошо. Что касается, вот опять-таки, участия, вот если мы затронули население, у нас также существуют программы поддержки местных инициатив, где мы, наше сельское поселение участвовало с 2017 года. В 2017 году был выбран проект с населением. Это ремонт автомобильной дороги по улицам Космической и Железнодорожной деревни станции Карманово. Удачно мы его прошли, конкурс выиграли. Ввиду того, что в 2017 году просто не было подрядчиков, мы там раза 4, по-моему, выставлялись на торги, но не было подрядчиков, и было принято решение, что мы его, вот этот, ну, то есть суммы вот эти, то, что выбирали, суммы, они никуда не делись, просто мы перешли на 2018 год, и в 2018 году проделали работу вот именно по ремонту автомобильных дорог по деревне станции Карманово. Также на 2018 год отдельно мы уже были тоже, у нас был выбран проект, также автомобильные дороги в селе Карманово по улицам Ленина и Коммунаров, так как у нас там и кладбище, то есть, чтобы все были как бы, ну, оттуда практически проезжают. Был ремонт, также мы ее успешно прошли, и в 2018 году была отремонтирована дорога по улицам Коммунаров и Ленина в селе Карманово. Вот в 2018 году на общую сумму там 1 450 000 сумма была. И в 2017 году по деревне станции Карманово 1 316 000 рублей. В 2019 году также мы попадали, ну, то есть проводили, выбирали проект на 2019 год. Но, к сожалению, мы не смогли пройти конкурс. И там у нас был выбран проект благоустройства территории школы. То есть там замена заборов, ворот, частичное асфальтирование перед школой. Ввиду того, что у нас в 2019 году большая ошибка была и большая проблема, ну, почему мы не прошли, много баллов потеряли. Население, то есть нам нужно было набрать 10%, в итоговом собрании 10% от общего населения села Карманово. То есть, грубо говоря, 130-135 человек мы должны были набрать в итоговом собрании. В 2019 году у нас население не все пришли, то есть имеется в виду, мы 130 не набрали. Население тоже, ну, как бы, так скажем, активно не участвовало в этом. Хотя вкус все знают уже, в принципе, это дополнительная сумма, так скажем, запрашиваем дополнительную сумму до 1 000 000 рублей, мы можем, в принципе, с участием привлечь. Это тоже огромная, хорошая сумма для сельских поселений. В этом году также прошли у нас итоговое собрание, прошло с выбором работы на 2020 год проекта. Населению огромное спасибо. Хочу вот отдельно выразить им благодарность, что вот реально в этом году очень сильно проработали, очень сильно активно участвовали. У нас для выбора должно было быть, я же говорю, 130-135 человек, то есть чтобы максимально было заработать в этом, по этим критериям, именно по итоговому собранию. У нас население прошло около 160 человек, 150 человек точно было. Поэтому огромное им спасибо, что активно проработали, активно пришли. Было очень хорошо. Было очень хорошо проведено собрание. Что касается, у нас также есть разные программы. Вот сейчас, в этом году заработала программа по
уличному освещению, потому что в нашем сельском поселении тоже, в принципе, ежегодно практически мы стараемся дополнительно ставить или же поменять, так скажем, по хоть и немного с местного, на местный бюджет всегда закладываем, хотя бы чуть-чуть дополнительно установить уличное освещение. В этом году, в текущем году также заработала программа, это капитальный ремонт уличного освещения. В эту программу мы также попали. В рамках данной программы мы поменяли и дополнительно установили в общей сложности 87 точек светоточек, светодиодные прожектора установили. В селе Кумово, значит, 67 штук, в селе Карманово 15. И в деревне станции Карманово, улица Железнодорожная, вообще не было освещения. Там 5 светоточек установили. Тоже огромная... Изначальная сумма была у нас 1 000 000 рублей. Ну, я без копеек. В итоге в процессе торгов она снизилась, конечно, практически 60% она скинула. Но, тем не менее, работа была проделана. А сейчас примерно потребность... Уличному освещению еще сколько необходимо? Потребность в уличном освещении, она есть. Сейчас вообще мы на следующий год по данной программе также хотим участвовать, но там уже дополнительная установка не будет такой большой. У нас есть улицы, где на самом деле требуется дополнительная установка. Вот потребность есть, это в количестве около 20 штук в селе Карманово только. Плюс еще деревня станции Карманово, вот улица Дорожная, тоже требуется где-то количество 5 штук приблизительно. На следующий год также мы планируем участвовать. На сегодняшний день у нас вся документация лежит. Вот сейчас работаем с госэкспертизой. При получении положительной экспертизы мы уже в дальнейшем на следующий год планируем участвовать. Там у нас, конечно, уже в основном идет не просто дополнительная установка, а уже замена существующего уличного освещения на более уже, так скажем, эффективные, энергоэффективные. Если у нас там были типа ДРЛ и ДНАТ, но ДНАТ оно еще получше, 150 ватт идет, ДРЛ 250 ватт, одна точка только. У нас сейчас в дальнейшем мы будем устанавливать светодиодные лампы, но у них и ресурс огромный, большой, то есть мы будем переходить на это. В общей сложности в селе Карманово хотелось поменять 155 светоточек. Это тоже огромная сумма. Сейчас вот мы смету проделывали, она лежит у нас сейчас, говорю же, в госэкспертизе. Там порядка более 2 миллионов рублей. То есть вот эта вся будет, вся работа будет стоить более 2 миллионов рублей. Но мы еще положительную госэкспертизу не получили, она может там уменьшиться, конечно. Но приблизительно 2 миллиона. Это работа. Населенно. Село Карманово только здесь. Мы здесь затронули село Карманово, да. Село Кумово, почему мы изначально в текущем году мы максимально зашли на село Кумово, чтобы там проделать, и уже оно уже по другим населенным пунктам дальше работать. Село Кумово вот в текущем году проработали, планируем на следующий год в селе Карманово уже тоже максимально отработать. Какие сложные вопросы сейчас стоят в сельском поселении? Ну, сложные вопросы, они есть и с ТКО, конечно. С ТКО. По контейнерным площадкам у нас в этом году мы их обустроили, огородили. Контейнера, конечно, у нас контейнеров пока до конца не хватает для всего населения, потому что они переполняются. Ну, еженедельно, конечно, вывозят по пятницам. Но минус в том, что еще не то, что минус, а проблема в том, что вот не просто вот контейнер пользуется контейнерной площадкой, то есть туда выкидывают мусор не просто вот ТКО из дома, бытовой, так скажем, а захламляют именно и ветками, и мебель выносят, то есть вот эта захламленность крупногабаритами, она и существует. Хотелось бы также, вот, конечно, пользуясь случаем, обратиться к нашим жителям. Огромная просьба. Контейнерные площадки и контейнеры, они организованы для бытового отхода. То есть из дома, который вот из дома вышло, бытовой отход с пакетами, так скажем. А не для крупногабаритных, не для веток, не для ботвы, не для мебели. Огромная просьба, поэтому крупный габарит
вообще туда не выкидывает. Многие бывают случаи, что контейнерную площадку, вот именно контейнер забивают всякими досками, ветками, но это неправильно. У нас и коммунальная служба, вот именно Дюртюли-Мелиотстрой, они просто могут не забрать данный контейнер, так скажем. Поэтому огромная просьба. Мы сами же, так скажем, захламляем. Просьба не захламлять. А вот на вопрос житель, если спросит вас, а куда мне деть вот этот? Правильный вопрос. Мы этот вопрос уже тоже, он реально имеет место. Необходимо также уж, если что, к нам обратиться, но это уже за отдельную плату, вот именно Дюртюли-Мелиотстрой, который вот у нас возит, они крупный габарит вывозят. Но все прекрасно знают уже, раньше, если можно было все скидывать на свалку, так скажем, на сегодня свалки в нашем сельском поселении, они закрыты. Туда мусор, все, и крупный габарит, ничего складывать нельзя. Необходимо вызвать. Но здесь понимаете, какая ситуация еще. Многие просто на самом деле можно утилизировать даже дома. Выкидывают разные, так скажем, доски. Доски, если что, можно даже использовать под баню или что-то. Ну, имеется в виду в печку. Также ветки можно, но не все же подряд скидывать туда. Что можно утилизировать дома, можно же дома это все проделывать. Но если уж есть такой мусор, то что вот на самом деле необходимо для вывоза, например, уже в полигон, ну, необходимо уже вызывать именно специальную организацию, которая занимается вот именно вывозом мусора, это Дюртюли-Мелиотстрой. Они уже вывозят, ну, понятно, за отдельную плату, конечно, вывозят мусор. А как вообще сама реформа реализуется в сельском поселении ТКО? Как, насколько активны, какие трудности, вопросы? Или уже вот этот переходный этап прошел? Нет, он еще не прошел. Многие, проблема в том, что еще многие также не оплачивают за данную услугу, за вывоз ТКО. Она пока как бы проблемно идет. Но понятно, что многие, конечно, уже понимают то, что нужно платить, то, что мусор, контейнерные площадки, они есть, туда мусор выкинул, плати, то есть проблем нет. Но многие пока еще не... Есть люди, которые на самом деле не платят. И за счет этого, ну вот сколько раз даже при встрече с руководителем Дюртюли-Мелиотстрой Сюдинцевым был один момент. Я задал вопрос и попросил, что все-таки у нас населенный пункт тоже большой. Понятно, что у нас на сегодняшний день, конечно, в то время еще контейнеров не так сильно... Ну, то есть нехватка контейнеров была, это... была. Я задал вопрос такой, что все-таки необходимо по просьбе даже и просто жителей, и вот на самом по просьбе даже жителей, и проблема в том, что у нас переполняются наши контейнеры. Нам необходимо организовать таким способом, что хотя бы в неделю два раза они вывозили, потому что одного раза не хватает, реально переполняется, воняет, то есть вот, ну, проблема она была, существует. Сразу же он посмотрел на наши платежи, то есть именно населенное село, вообще сельское поселение Кармановский сельсовет, как оплачивает, то есть имеется, ну, население как оплачивает. Ну и сразу же встречный вопрос, а как вас платят? Он задал мне такой вопрос. Ну понятно, что нехорошо. Есть населенные пункты, где вот и сельские поселения, где стабильно платят, то есть у них там под 90%, да, то есть охват, если у нас в то время было где-то 40%, 30%, то есть это очень мало. Он сразу же сказал, вы, говорит, задаете мне вопрос, то есть, ну, хотите, чтобы я вывозил, а у вас еще и население, оказывается, не платит, то есть она проблема, вот это существовало. Мы общий контакт, так скажем, не смогли в то время найти, и поэтому мы не смогли добиться этого. Проблема тогда существовала, вот все так же раз переполнялось, так скажем, и население говорило тоже, почему плохо увозят, и многие под этот момент, так скажем, и, конечно, не платили. Но сейчас оно чуть-чуть увеличивается, конечно, все равно сейчас люди понимают то, что нужно платить. Но есть проблема все равно то, что неплательщики, они существуют. А если говорить в целом, какие часто вопросы звучат у вас, с какими вопросами к вам обращаются местные жители?
В текущем году, если брать, я уж как озвучил проблему дорог. Было много инцидентов и жалоб, и просьб, так скажем, именно по восстановлению дорожного полотна. Потому что я уже, как и озвучил, после строительства водоснабжения много дорог, много улиц у нас пострадало. Поэтому большое количество, конечно, вопросов вот именно этого, ну, именно дорог было. Далее, конечно, по уличному освещению также, но мы уличное освещение, уж как я озвучил, программу оно заложено, мы планируем его и на следующий год реализовать. Вопросы ТКО, они тоже есть, именно вот по вопросам много приходило, ну, было же моментов много, и они сейчас существуют. Неправильно приходили квитанции, то есть именно там живет один человек, а приходит на четыре. То есть вот такие моменты, они есть и существуют. Мы уж как бы... Но сейчас его стало меньше, конечно. Это вначале было очень большое количество людей приходило по этому вопросу. Сейчас уменьшилось, поэтому как-то актуализируется данная проблема. Ну, то есть квитанции актуализируются сейчас. Что планируете в сельском поселении на ближайшее время? На ближайшее время планируется, вот как я озвучил, ремонт дорог. По дорожному фонду мы тоже планируем улицы, то есть нам необходим ремонт автомобильных дорог, тоже планируется на следующий год, в 2020 году. Большая работа также по уличному освещению. Вот сейчас у нас, как я озвучил, документы лежат в госэкспертизе, планируем 155 светоточек заменить, ну там и дополнительная установка, порядка 20 штук установить. По программе капитальный ремонт уличного освещения. Конечно, есть еще проблемка у нас, и, конечно, я не могу сказать, когда это, на следующий год только она будет или не будет. Мы сейчас и отрабатываем, ну, с комитетом по поводу водоснабжения села Кумово. Село Кумово у нас без, то есть нет центрального водоснабжения в селе Кумово. Тоже необходим вода. Там тоже нужна вот основная проблема, так скажем, пока, наверное, вот необходимо нам ее реализовать. Пока вот, конечно, и проекты не сделаны, но мы пишем, вот написали в комитет, совместно с ними прорабатывается вопрос по проектированию водоснабжения села Кумово. В дальнейшем также мы надеемся, что реализуем и сделаем водоснабжение в селе Кумово. Также программа поддержки местных инициатив. У нас благоустройство территории школы. Дай бог нам победить и уже реализовать данный проект. Ну и, конечно же, у нас городская среда. Это вот реконструкция памятника погибшим ВОВ. Основные планы на 2020 год. По итогам, конечно, вот вообще текущего года даже хотелось бы все-таки довести. Еще раз, я уж повторюсь, была работа вот именно по водоснабжению, строительство водоснабжения села Карман, но она еще проделывается, не доделана до конца. Общая протяженность 38 километров на сумму около 80 миллионов рублей. Это родная улица, асфальтирование центральной улицы, улица Калинина, села Карманово, на сумму 10 миллионов рублей. Капитальный ремонт уличного освещения в количестве 87 штук мы светодиодных ламп установили. Формирование современной городской среды. Это благоустройство территории Сабантуя, зоны отдыха на сумму 750 тысяч рублей. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал глава администрации сельского поселения Кармановский сельсовет Эльдар Султанов. Спасибо за внимание. До свидания.